До нашої студії сьогодні завітав Артем Свистун, директор художній, керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Доброго ранку. Вітаю в нашій студії. Не припиняйте дивувати нас, ваш театр. Розкажіть нам, тому що хто, як не ви, краще проанонсує, на яку виставу нам очікувати, безумовно, відкриття малої сцени. Вона вже відкрита? Давайте. Спасибо. Доброе утро, наші уважаемые зрители. Очень приятно, что в кругу таких очаровательных девушек встречать вторник. И самое главное, что совсем на той неделе мы действительно открыли малую сцену. Очень давно были велись разговоры, открытие, не открытие. Это экспериментальная площадка. Это был проект совместно литовско-украинский проект Йонас Бузеляускас, режиссер из города Анекща, Литва, и спектакль «Мигранты». Имел определенный фурор, и наши артисты Андрей Карай и Евгений Олейник, играющие основные главных действующих героев в этом спектакле, показали и зарекомендовали себя очень позитивно. Я думаю, что жители города могут посмотреть нашу малую сцену. И вот совсем сразу же, 5 апреля, в этот четверг, у нас будет премьера «Портрет мадемуазель Торжи». Режиссер Виктор Смирнов, наши артисты театра. И очень интересная сценография для тех, кто любит кошек. Как бы пьеса такая, комедия, очень интересная, в одном акте. И тоже можно будет посмотреть на нашей малой сцене. Состоялась премьера «12-я ночь» Шекспира. И мы готовим следующую премьеру Шекспира – такая шекспировская весна, можно сказать. Да, действительно так. «Укрощение строптивой». 27 апреля. Это у нас такой звездный постановочный проект. Это Александр Еремкев из Киева. Это режиссер-постановщик. Это Микола Костюшко, художник тоже из Киева. Фролов, композитор из Харькова. Это такой будет интересный кзонг, интересный эксперимент для нашего города, но тоже интересный проект в нашем театре. Ну и для жителей города Николаева, которые привыкли смотреть, у нас идут обменные гастроли сразу же после пасхальных праздников. Мы приглашаем с 11 по 14 апреля. У нас состоится гастроли Каменского украинского академического драматического театра и для юных зрителей, и для взрослых. И также знаменитый Днепровский театр «Верим», молодежный театр «Верим», который очень интересный, яркий уже на палитре театрального искусства нашей Украины. Поэтому на любой спектр для наших жителей города Николаева мы предлагаем вот такую театральную афишу. Ну и хотелось бы отметить, что в апреле, в мае месяце у нас состоится Мельпомена Таврі. Это фестиваль, который состоится на двух площадках. Это у наших коллег Николаевского украинского академического театра драмы и музыкальной комедии. И на нашей площадке театра это будет с 17 по 26 мая. Представлены несколько стран. Какие краины будут? Португалия, Молдова, Грузия, Украина будет представлена. И фестиваль, вот как начинал 20 лет назад, также вот 20-й состоится на площадках Херсона и Николаева. Вот такой субрегиональный, континентальный, можно сказать, мультифестиваль, который будет объединять. А уже ведомые спектакли будут показывать? Конечно. Вот да? Можно зайти на сайт и посмотреть рекламу. И вот у наших коллег у нас завтра состоится пресс-конференция. И с 5 апреля запускается полностью продажа на билетов на спектакли. И можно будет посмотреть эту действительно интересную палитру фестивальных спектаклей. Слухайте, насичена така весна, просто очікує. От ви сказали про відкриття малої сцени, у нас є невеличкий ролик, там, де от показували якраз емігрантів. От пропоную подивитися нашим глядачам, от, що вони можуть подивитися, якщо не були на відкритті. Курить не найдется.
подивилися, тепер знаєте, що є така мала сцена, можна приходити. Якщо ви ще не були, то поспішайте, тому що що ще можна подивитися на емігрантів? Ну, от 5 апреля портрет мадмазель Таржиста. Ось якраз запитання до вас від телеглядача, проанонсуйте, будь ласка, тому що глядачі прослухали, чи що, що буде за анонс і коли відбудеться. Ось вам щойно, Артем. Приємно, що 5 апреля у нас состоится прем'єра спектакля «Портрет мадмазель Таржи». Я буквально вчора смотрел на сайте, остался ровно один билет на этот спектакль. Так что, если вы зайдете на сайт «Хочу билеты» и на сайт театра, вы можете приобрести и онлайн-билеты. Но если не успели уже на премьеру на 5, у нас апрель, май месяц представлены премьеры нашего театрального сезона. И спектакль «Мигранты», который вот состоялся 27 апреля, премьера 19 апреля, следующий спектакль. Так что, пожалуйста, будем рады видеть на нашей малой сцене театра. То сезон довольно насыщенный. Багато є на що подивитися, і саме ви можете бути тим щасливчиком і отримати цей один останній білет. Вже ж цікаво дізнатися, хто ж то буде. Прослідкувати б якось, ну не знаю. А знаєте, от я питала ще до Дня театру всіх, от і хочу вас питати, як представника театру, як часто треба ходити до театрів? Знаете, вот театр, многие думают, что это, развлекающий или театр, место, чтобы подумать. А я думаю, что да, да. Это храм искусства, потому что действительно говорят, что мы служим искусству, служим поминам, и это вот настолько необычно. Каждый спектакль по-разному, да, и вот придя на эту же постановку в следующий раз, вы уже увидите совсем другой спектакль. Поэтому, если вы хотите получить живые эмоции, живые ощущения, живые впечатления, придите в театр, вы это получите. Ось так. Дякуємо вам за анонси, тому що насичена весна очікує. Приходьте, поспішайте купувати білети, тому що їх залишається все менше і менше, бо театр – храм мистецтва, який варто відвідувати майже хоча б раз в тиждень або в 2 тижні точно. Відпочинок душі, я б сказала. Так, я нагадую, Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, був сьогодні у нас в гостях, проанонсував, які прем'єри варто чекати.